Жители Майкудука обеспокоены полученными квитанциями за холодную воду. Они считают, что Караганесу прислал им счета уже с новыми тарифами. В ситуации разбирался наш корреспондент. Мы возмущены тем, что Караганесу прислали нам такие счета. Жители 12-го микрорайона, получив июньские квитанции за холодную воду, были взволнованы указанными в них суммами. По их мнению, счета за июнь посчитаны уже по новому тарифу. Жители считают, что монополист их обманывает. Напомним, с 1 июля тариф на воду повысился с 57 тенге до 110 тенге. Почему это здесь такая сумма в квитанции? За 20 дней предыдущего месяца, когда там должен быть тариф. Так, какой тут был тариф? 1 июля. 57 тенге. Показания счетчиков холодной воды в домах 12-го микрорайона снимаются каждое 9-10 число месяца. Жители считают, что если бы данные каждый месяц снимались с 1 числа, то никакой путаницы не возникло бы. В каждом доме есть контролер, который должен обзвонить был 1 числа, на 1 число какие у кого показания на счетчике. Почему у нас с июня месяца берут по новому тарифу? Мы возмущены вот этим, конечно. Караганесу не признает факт обмана потребителей. Каждый потребитель может проверить эту сумму перерасчета путем несложных математических вычислений. Например, дата начальных показаний 17 июня. В июне у нас 30 дней. То есть берется период с 17 по 30 июня 13 дней. Общий расход, который указан в квитанции, 2,5 куба, делится на 30 дней. То есть в среднем получается 0,09. Это расход, соответственно, воды и канализации. Этот расход 0,09 умножается на 13 дней и умножается на прежний тариф 57,92. Получается 67 тенге 70 тиин. Аналогичным способом высчитывается сумма и по канализационным счетам. Общая сумма перерасчета указана в столбце «Перерасчет», который находится под строкой «Долг тенге». Серикжан Маулитбай, Жасулан Амандыков, Асхат Айбидулов, 1 Карагандинский.